Добрый вечер, дорогие друзья. Все, кто следит за моим, как говорится, тестами ножей и за обзорами, видели некоторое время назад вот этот клинок в работе. Это H12MF, но плазменного переплава. Термичку и ковку делал Яков Добрынин. То есть вы видели, я сравнивал с клинком от Якова, обычная H12MF, и вот это. Разница в резе есть, разница довольно-таки ощутимая и в заточке, и ну, по своим свойствам эта железка гораздо более чистая, и она отличается по своим свойствам от стандартной H12MF. В то же время, когда я отправлял клинок, вернее заготовку, кусочек прутка Якову, я случайно наткнулся на один канал на ютубе мастера Дмитрия Бантукова, если я не ошибаюсь. Вот. Он там тестировал свою H12MF, кованую, не кованую, в общем, у него есть свой канал, он там изготовляет ножи и сам он кует. Я так подумал, думаю, раз человек сидит на H12MF, почему бы и не предложить ему этот момент, чтобы попробовать поработать. Я с ним сразу списался в WhatsApp, обсудили все вопросы, и я ему прислал два прутка на расковку, тоже этой же стали. H12MF плазменного переплава. Через некоторое время он скинул мне две заготовки, сделал плоскошлиф, хвостовики, он их отковал, затермичил. Вот и все. Я с ним рассчитался. И он отправил мне эти две заготовки здесь. Вот они, два ножа, уже, как говорится, готовы почти. И на одном было написано один, как говорится, написано перегон и два перегона. Я у него, естественно, задал вопрос, что это обозначает. Он говорит, что один клинок это сделан, который с одним отпуском, это один отпуск, и два это значит два отпуска. То есть ковал он на каких-то там своих режимах, термичку, я уже не помню какой режим. В общем, вот этот клинок это отпуск один после термички, на этом два. Здесь чуть-чуть рукоять чуть не готова, это пока временно, этот уже почти готов. Так, так как у меня уже есть гриндер, то естественно я взял эти две пластины и отслесарил от них, с них клинки. Ну, вот такие вот получились ножи, постарался сделать одинаковую геометрию на них. Вот, что хочу сказать. Когда я начал слесарить вот с одним отпуском клинок, то он чуть-чуть отличался в слесарке от H12MF, которая у меня была от Мухтара. Вот. Но когда я начал слесарить уже вот этот клинок, пластину с двумя отпусками, уже сразу я, как говорится, понял, что здесь она более какая-то жестковатая. Это сталь, вот, нежели с первым клинком. И еще один момент, так как я, как говорится, начинающий слесарь клинков, то есть и учусь, как говорится, на спрашиваю у мастеров, там какие-то нюансы, секреты после сарки. И, естественно, у меня нет сейчас такого опыта, чтобы сразу слесарить почти все там до половины или еще как-нибудь, то есть я слесарю по чуть-чуть, там по миллиметра 3-4, с каждой стороны переворачиваюсь. И когда я дошел примерно до середины здесь, то в одну сторону он у меня начал загибаться. То есть хотя я снимал одинаково с одной стороны, с другой стороны, все время размечаю, ставлю эти полосочки по краске, снимаю здесь, снимаю здесь, снимаю здесь. Ну да, понятно, что долго переворачиваю, но мне спешить некуда. И в одном один момент, я так смотрю, он у меня его загнуло, потому что начал выбирать совершенно по-другому.
пришлось его чуть-чуть отрихтовать, насколько смог, но все равно чуть-чуть закосячил, кончик не совсем симметрично свелся. Вот. Ну, как мог. Отрихтовал его, потом уже более-менее выровнял, чтобы в одну было геометрию. Ну, в общем, так. Этот уже, как я сказал, несколько более такой жестковатый по свойствам, именно по обработке. Сейчас я начнем мы делать тест с клинка номер один, с одним отпуском после ТО. Сейчас я его буду затачивать. Затачивать буду стандартно на 36 градусов. Финиш будет алмазами 7.5, и начнем резать. И будем смотреть, как H12MS плазменная переплава отработает на канате. То есть, ну, проведем стандартный тест от другого мастера. То есть сырье одно, мастера разные, Яков и вот Дмитрий. Ну, будем ориентироваться на эталон вот пока на Якова, потому что у меня больше, как говорится, клинков из этой стали нет на данный момент пока. То будем сейчас тестировать вот эти ножи и будем смотреть, какой будет результат. Я даже не могу предположить, что мы нарежем и как мы нарежем. Ну что ж, я сейчас начинаю затачивать. В процессе заточки буду включать какое-то там видео, буду комментировать по заточке. Ну и впереди начинаем по резушке. Не переключайтесь, впереди будет интересно. Так, ну что ж, приступим. Старался свести очень тоненько, не перегревать. Убираем РК и погнали. Включаем часы. Угол 36 градусов, венёвские алмазы на медно-лавянной связке. Так, что могу сказать? Уже сразу по первым этим ясно, что точится она так же, как и предыдущий клинок. То есть чувствуется здесь какая-то такая жесткость, суховатость. В общем, заусенчик уже здесь где-то есть. Так, ну что ж, давайте уже включусь в конце, посмотрим, какой будет результат, как она будет резать, ну и потом уже этот. Но точится она такая суховатая, жестковатая, то есть нету такой вязкости какой-то. Thank you.
Так, ну что ж. На кончике еще пока нет заусенца. Но это мы уже встретимся с вами на конечных мероприятиях на финише. Перешел на 160, на 125, потому что, блин, видно, стер вот этот как бы мягкий там какой-то, может, слой был после слесарки или еще что-нибудь. И как раз сейчас начал формировать угол заточки. И понимаю, что, блин, она настолько жесткая, эта железяка, что 100 на 80 я буду пикать очень долго. Взял 160 на 125, чтобы это было все побыстрее. Вот уже 4 минуты. Херачу 160 на 125. Заусенец здесь уже есть. Здесь уже как бы сформировался, на радиусе пока еще нет. Но я думаю, что еще за 2-3 прохода уже сформирую. Но точится, фу, жестковатая железяка, конечно. Ну что ж, продолжаем. Итак, настало время повеселиться. Х12МФ, плазменный переплав, термичка и ковка Дмитрия Бантукова. Ссылка на его канал будет под видео. Слесарка моя. Начинаем. Что нам нужно для тестов? Это я приготовил канат 22 мм. Джутовый карандашик записывать результаты. И листичек бумаги. Итак, начинаем. Это Х12МФ с одним отпуском после ТО. Итак, начинаем. 6, 7,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Есть какие-то небольшие повреждения, но срез еще чистый. Начинает подмахивать бумагу, но тем не менее еще пока острота присутствует. Едем дальше.
ну еще, наверное, сотка и все. Потому что уже, наверное, скорее всего, не будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Попробую, как я тут удобную рукоять сделаю или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Удобная, но кровавая мозоль. Болит. 50. Фу. Так. Итого. Ну, здесь за счет геометрии режет. Здесь. Вот это место уже начинает этот. Ну, давайте попробуем еще полтинник отрезать. Отрежем, не отрежем. Посмотрим. Плохо режет. Так. Итого. Итого. Ну что ж. Результат у нас довольно-таки впечатляет. Для Х12 даже очень хорошо. Итого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итого 1300 раз. Ну что ж, 1300 раз. Результат меня очень радует. Практически на уровне с результатом Якова Добрынина. Так. Проверяем остроту. Ну, здесь вообще без разговоров. Тут даже можно без всяких проблем. Так, верка подправилась или нет? Нет, не поправилась. Не поправилась. Уже рука болит, мозоль. Этот болит. Так. Итак, проверяем механику. Механику. Возьмем вот этот участок. Сведение здесь я делал почти в ноль. Потом затупил. Вы видели на камеру. Наверное, стало где-то ноль. 0,2 может быть. Так, показываю. Давайте сейчас покажу. Так, вот участок, которым строгали рог. По крайней мере, я не вижу никаких этих. Никаких деформаций. Сейчас я протру с этой стороны следы.
глянем, посмотрим в глаз. Никаких изменений нет, но мы сразу строгали рог, начал я строгать сразу после каната. Поэтому давайте сейчас сделаем вот такой момент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20. Восстановили рука. Так, где-то там здесь какие-то маленькие есть деформушечки, хотя визуально ничего не вижу. Вот смотрите, может кто-то зрячий, вот этот участок, так, ну-ка. Еще раз чуть-чуть пройду. Хотя заминов никаких нет, потому что на коже нету этих полос. Ничего не задирает. О! Два. Три, четыре. Вытираю участок. Там на каких-то там очень-очень практически. Никаких изменений на РК нет. Так, ну. И теперь. Та-ра-та-та. Так, вот здесь уже пошел, по-моему, замин. Или покрошилось. Сейчас посмотрю. Так.
замин на эту сторону. Вот тут явно выраженный. Вот он. Видно, да? Следовательно, замин мы убираем. Так, здесь мы его чуть-чуть подровняли. Да, практически уже не ощущается с этой стороны. Подровняли, смотрим. То есть работу ножек так, ну, есть по РК, там где восстанавливалась замин, РК есть выщербленки. Вот так его будет видно, наверное. Или может быть с этой стороны. Ну, в общем, на РК есть деформации после банки. Так, а ну-ка, на канате. На канате это практически не ощущается. Практически не ощущается. Так. И еще один момент. Сейчас покину пока на секундочку вас. Сейчас, секундочку. Самый главный продукт, будем смотреть, разрежет или нет. Кусочек сала. Почти 10 сантиметров. Вот такими вот тоненькими слайсами режет. Ну, значит, все, нож будет резать. Нож будет резать, и к бабке не ходи. Так, вытираем и подводим итоги. Ну, что могу сказать. Сталь меня порадовала, ведет себя очень хорошо. Механика у нее достаточно на высоком уровне. Что касается рога, после строгания, после, даже если вы будете разделывать зверушек и попадете по кости, особых проблем с следующей кромкой не будет. Если даже появится какое-то затупление, то спокойно все это восстанавливается на коже с пастой.
Что касается банки, банку лучше не вскрывать, потому что появляется замин. После того, как вы замин убираете на мусате, либо еще на чем-то, РК начинают эти замины, эти участки выламываться. Получается, вот он, вот этот эффект. Вот. Ну, а банка — это такое дело, что чудес ждать от нее, от ножей, не нужно. Редко какой нож на банке остается неповрежденным. Что касается в целом H12MF плазменного переплава, результат, я считаю, отличный. Теперь будем тестировать вот этот нож. Это нож тоже, только тут два отпуска после термички. Здесь один. Тем не менее, отработал он очень хорошо. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим, что мы имеем здесь по твердости. Легко, как говорится, и непринужденно. А ну вот этот. Здесь не такой лобок острый. Ну тоже вот они. Царапки. Тоже спокойно царапает. Так, этот пока в сторону. Ну что ж. Результат, я считаю, очень классный. Нож будет восстановлен, заточен. И, скорее всего, что после всех тестов нож будет в продаже. Вот такой вот. А в заключение могу сказать, что все-таки изначальное качество сырья играет немаловажную роль. На этом все. Всего доброго. Пока-пока.